Точно на первой. Трай, не вытянь в самом конце и вниз. Все, нормально еду. В принципе, Руслан, у тебя будет весь моцик новый. Задний хвост. Морда. Куда номер крепится, не знаю, будешь ты крепить или нет. И даже передний щиток. И морда. Морду говорил. Короче, огонь. О, чуть еще и правый гард не появился. Опа. Поэтому. Я не жалуюсь. Другие бойцы проезжали. Б3 проезжали? Я не знаю, думаешь? Я судорога начинает сводить. Левую. Огонь. Солнцезащитный. Сейчас, подождите. Огонь. И отрывает себе пол ногтя. Реально, 5 мм ногтя на большом пальце. От мяса. Руслик, хорошо, что я смотрел твои уроки с Кунцевичем. Мы, естественно, останавливаемся, чтобы что? Замотать палец. Не смешно. Бля, я крутой. Тише едешь, дальше будешь. В моем случае тише идешь. Или бежишь. Наверх, да. Спасибо. Боже мой, что бы я без тебя делал? Какой ты молодец. Боже, ты настоящий друг. Бля, я счастлив. Это было самое. Вот если ты еще сзади едешь, не ты. Жаль. Я жим.
Бля. Бля, чуть... Ой, ноги не, за... не закидываются. Бля, что за яма? Красиво! Бля! Надо говорить, Руслан, помоги мне. Все, я остаюсь. Бля, даже пожаловаться хочется. Я же обещал. Так, я не смогу отъехать. Не, я говорю, я не смогу отсюда уехать, я не смогу. Предлагаю всем, кто не может заехать, по очереди всем помочь затянуть все мотоциклы. Тебя начнем, да? Без разницы, я могу и помочь снизу. Нет, но здесь люди заезжали как-то, блядь. Я не знаю, как сюда на Минчике можно заехать. GoPro выключись. Какой хороший был урок от Кунцевича, как спускать мотоцикл, просто идеальный. Али, передаю тебе привет. Я ценю, что ты для меня делаешь. Я бы тебя с удовольствием насобирал ландышей. Тут их столько. Но я бы тебе привез только, может, эфирное масло из ландышей. На моя погибель. Ну что, Русланчик? Как все у вас просто? А может, я и правильно ехал? Скажи,
внимание. Извращение называется. Ноги сводят. Спускаешься? Тише едешь, дальше будешь. Ой, ну этот урок я усвоил, конечно. Ю-ху! Прохлада! Походу конец. Упс. Ё, какой коварный корень был. Ну, Сережа, давай. Есть! Ну что? И пальцы, и голень, и икру. Трындец. Да? Трындец. Бля, мне так сводит судорога ногу, я не могу ехать. Трындец. Ну отдохни немного, что ты. Да, да, сейчас поедет. Дерево метается. Ё-моё. Ё-моё. Кто поедет второй день? Я! Ты выиграешь! Ты единственный, кто поедет! Ого! Бензин тяжи. Скоро там финиш. Первый круг. Там еще будет хорошая горка такая. Вот переезд ручья, потом хорошая горка. Нужно по правой стороне браться. Еще одна горка, но послабее.
О. А у тебя не за что тянуть, да? Так. Ё-моё. Поможешь? Конечно. Давай только я как-то уеду отсюда. Так, пожалуйста. Финишировать-то я больше не поеду. Финишировали, то вас не засчитается, вам надо проехать под аркой. Извините. И тогда выехать с это. Финиш этот, ну. А где финиш? А куда финиш? Как понять? Ставьте и быстренько относите эти. Бля, ты где щиток перед? Переднего щитка нету. Куда ты бросаешь? Ты в черном списке, понял? Чего? Мимо проехал, землей меня обсыпал. Я? Ты вообще, я с тобой не разговариваю. Что такое? Что случилось, бля? Да что случилось? Я тебя вообще не видел. Ну, я думал, наверное, их встречу скоро. Нет. Знаешь, где я умирал? Где? На той горе. На какой? Где все умирали. Перед бревном? Бля, у нас там столько горок было, что я не знаю, на какой. Ну, короче, такая высокая, там, бревно слева по трассе лежит, и справа. А-а-а! Правее объезжать. Я справа, я заехал до самого верха. Заглох.
нажимаю тормоз задний, промахиваюсь, и всю гору задом. Всю. Что, так вообще нельзя, бля, смотри. Ну я не смог. Я лечу и думаю, бля, сейчас дерево и все. У меня такая скорость была. Я, короче, упал в мох. Зарылся там, еле вылез. Я 4 раза пытался туда заехать. Не помогло. Потом я кинул. Я там много передавал приветов. Кому? Меня все узнают, оказывается. О, это ты в зеленой кофте был. Видос. Бля, в конце я просто не мог ехать. Мне начали судороги сводить везде. Так а я тебя видел вообще? Я встретил тебя? Ну, а, колы, да, кваса. Нет. Пей кваса. Не хочешь? Вот он. Потерял, да? Ну, Макс, не надо, бля, дурак. Ну, бодрись. Гандон, бля. Говорю, не надо. Все. Ты же какой-то сырой. Посмотри на себя. Соль, я завтра не еду. Я знал, что он так скажет. Так мы, я тебя видел вообще, встречал? Я тебя не видел. Так, ну все, ты до меня даже не до... Я один круг проехал, ты меня просто не догнал даже, мне кажется. Ты бы мог и 2 проехать, трус. У меня стартер не работает. Я киком заразил мотоцикл здесь. Давай воду. Давай. Нет, давай, Настя, попей. На, попей. Вот, нормально. А мне помыть лицо надо. А, ну тогда надо. Меня жжет глаза. Давайте. Я не зубы чистить собираюсь, а? Ну так вот. Накачай это. Лужа это. Вообще проблема. Я чудом ее проехал. Там же несколько было, да? Там же несколько. Я по центру поехал. Я спокойно, тихонечко по. Макс, у тебя мотоцикл скачет, и у тебя мощность. На этом вилка один хер пробивается. Потом бревна. Так а крыло где было? Деревья. В самом начале. Бля. Так а что ты его с собой не взял? Да, я его возьму, да. Макс, в карман. Ну... И что, все равно она обломана. Полку, я уже новый буду. Крыло, хвост. Да, скажи, а он летал у тебя там вверх ногами? Да. Было, да? 2 раза. Отлично. Он, кстати, начал, Руслан, я тебе клянусь. Он так газить начал, что-то мощности прибавилось. Я пока ехал. Попробуй. Первая передача на козла, только то. А это тоже, я смотрю, сломал, да? Щиток перед. Тянули, типа, да? Типа, тянули. Меня никто не тянул ни разу. А, в луже меня. Я застрял. Чувак вообще там... Я застрял на камеру, кстати, разгоняйся. И в середине, а там бревно под водой. И он на полном ходу бах через руля и в лужу. Это вообще полностью, его даже видно не было. Мотоцикл хватанул воды. И вот там прям в луже. Ребята, свинки, я не пошел, говорю, пацаны. Я еще чистый, я не пойду, извините. И тут тоже финиш. Хер победи, как финишировать. А ты датчик сдал? Сдал. Я сюда поехал. Машок меня догнал, говорит, ты не финишировал. Я куда, где тут показано? Едь в карьер, спустился в карьер, поднялся, куда дальше? Ну, все, поехал налево возле этого фудтрака, сюда вернулся. И, типа, все такие, беги, сдавай датчик. Я мотоцикл кидаю, прибегаю, а датчик где? На вилке! Бегу за вилкой! Зачем срезать? Ох, вообще.